За 40 лет службы капитана Анжеевского на ледоколах этот рейс оказался одним из самых ответственных и напряженных. Корабль «Профессор Зубов» был направлен в Антарктику для оказания помощи дизель-электроходу «Обь», попавшему в ледовый дрейф. В необычайно тяжелых условиях антарктической зимы предстояло снять с борта «Оби» сотрудников станции «Ленинградская» и «Русская», вывести воздушным путем смену полярников из «Мирного» и «Молодежного». Трудное задание выполнено с честью. Профессор Зубов завершил свой чрезвычайный рейс, доставив к родным берегам около 100 участников советских антарктических экспедиций. Многие из них не были дома почти 2 года. В Ленинградской гавани участники ледовых походов сердечно поблагодарили за помощь и поддержку, за радушную встречу.